Добрый день. Сегодня на засранку навалилась чистота. Бульон разлила, выкипел. И кофе сегодня утром выкипала. Решила почистить газовую духовку, печку, плиту. И показать некоторые свои вот эти... Во-первых, я всегда... Вот там внутри, пусть это как разольется... Тоже что-то застревает. Вот это надо обязательно вытирать. То, что там вот это застревает. Оно тогда пламя лучше будет. Для вот таких мест я использую... Я вообще люблю вот это... ФНМ называется. Нетканный материал. Так, это у меня плита сейчас. А пока вот... Многие не знают, честно, многие не знают, что этот вытяжку можно вот так вот снимать. Вытяжку я кладу в слой, такой нетканный материал, тоже кладу. Потому что, вы знаете, вот мокрицы. Вот, вот здесь мокрицы. Жучки какие-то. У нас сейчас нашествие мелких муравьев. Я их вот этим истребляю. Все обсыпала вот таким тустом. А в вытяжку уже не положишь, потому что может на еду попасть. В общем, вот, вот этот. Все. Витенштейн. Я его меняю. Выбрасываю. А саму вытяжку сейчас перешетку. Вот такое элементарно Ватсон. Это у меня хозяйственное мыло налито. Пока нанесу мыло, чтобы оно стояло. А то на видео смотрю, самой-то слепой не видно, на видео увидела, что вытяжку у меня грязная. Вот. Все, руки не доходили, ноги не доходили. Так, и еще насыплю соду пищевую. Вот так отпущу сейчас, на эту сторону положу. И насыплю соду пищевую. Она с мылом хорошо работает, пищевая сода. Так. И вот так вот пусть на столе. Пусть себе отмокает. А мы пока другое займемся делать. Вот, вот эти хочу снять. Вот эти. Они снимаются очень-очень легко. Сейчас покажу как. Легким вот касанием ножа, вот с этой стороны, конечно, вот это снимается. Подожди, я снимала же. Вот так. Тэц. И... Это возьму. Тоже мылку налью. И замочу.
И вот еще, ну, у меня расстояние между плитой и столом. И я сюда кладу. Всегда, знаете, всегда все. Все падает. Между плитой и столом все падает. И я вот приспособилась. Беру обои. Вот. Отрезаю. Такой кусочек. Теперь для эстетичного вида. Чтобы беленькое было, вот так вот в обратно прокручиваем, и этот кусочек просовываю сюда. Ничего не горит, ничего не воспламеняется. Пока Бог миловал, ничего такого не было. Но зато вот это каждую неделю вот так вот меняешь, что накапало, что набрызгало, и туда не падает. Вот так вот. Сейчас отстоится. Домою. Устала уже. Собираем. Все вот так вот решеточка чистенькая. Стала. Опять застелю, чтобы не пролезли партизаны. Такую бумагу. Не, давно эта фанелька. А сейчас вот это полно же нетканки. Халаты медицинские нетканные. Так что можно все всегда найти. Было бы желание, всегда все можно найти. И на место. Все готово. Сейчас вот эти в обратном порядке спиральку. Это сюда, это пустое вовнутрь. Вот так вот берем это, сюда кладем вот это, и вот это пустое, чтобы это осталось, пружинка внутри. Готовы к труду и обороне. Готовы. Дальше будем творить.